перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Delgado. ¿Cómo estás, hermano? Hoy no patina. Hoy tranquilo, hermano. На боунсах катаюсь. Bones Street Formula. В тренажерку пару иногда хожу, но не так часто, как хотелось бы. Хочу чаще ходить. Альбом летом, я не знаю когда, но летом. Мне надо там допилить еще кое-что. У тебя мак или подсолнух под глазом? Очень интересно. Нет, у меня и не мак, и не подсолнух. Ни то, и ни другое. Да. Допилить. Ничего не понимаю. Пацаны, вы на самом деле в каких-то своих мирах живете. У вас какая-то информация своя вообще. По поводу меня, по поводу вообще музыки, по поводу... Вы в своих мирках живете. Пора прекращать жить в своем мире. Да читай... Просто лучше реально, походу, делать, даже не читать. Что... Я Казахстану, по-моему, в каждой трансляции привет передаю. Вам не надоело, пацаны? Niggas in the field, nigga do or die. Nigga watch your wheel when the bullet fly. Don't be playing with the meal, cause hit him with the... Малой, не переживай, я не прекращу трансляции. Я перестал просто, типа, ну, читать, потому что, ну, типа, нормальных людей почти нету, к сожалению. А людям, которые повзрослее, им вообще ничего не докажешь. Они вообще в своем мире живут. И взрослым людям до трэпа и рэпа очень, очень далеко. Они такой жизнью не живут. Они живут разномерной, спокойной жизнью. И пусть живут ей. Вот. И катаю ли я... Ты же видел, что за глупый вопрос? Ты же видел видео. Я ж катаю. Скейтборд — свобода. Когда катаешься на скейте, чувствуешь себя свободным человеком. Не привязанным ни к чему. Вот он. Туз какой. На него клип вышел, да? Не. А это другой. Бля, если на него выйдет клип, я буду плакать. Вообще, лютый нос. Бусета! Бусета! Hermano! Como estás, mi mani? Aquí en casa. Un poco después voy por Magba, pero no patinando hoy. No. Hoy chile, hermano. Ой, транкило. Yeah.
Ай-яй-яй. Мамасита, мира. Это индиректо. Habla español. Hola, papi. Madre mía. Hola, papi. ¿Qué es esto, cachonda? Canelones, espinacas. Mío, brother. ¿Qué? Nada. ¿Qué es autista? ¡Ey! Un poquito, un poquito. ¿Yo? Sí, yo también. Как ты относишься к тому, что тебя слушают малолетки? Я, например. Не очень хорошо. Не очень хорошо, потому что вам не хватает мозгов на то, что, а то, о чем я читаю, это не в большинстве случаев круто. А в большинстве случаев это приводит к очень печальным последствиям. И вам пора уже всем, пора понять, что если вы будете заниматься хуйней по жизни, там, наркотики продавать или употреблять, это все приведет к вас к очень печальным, к такой печали приведет, что вы даже не представляете. Флако. Это приведет к просто пиздец. Так что лучше не делайте этого. Я делаю... Я за этот месяц, братан, вообще ничего. Не, при чем тут трек «Делаю все, что хочу»? «Делаю все, что хочу» — это супер трек вообще. Он именно отражает настроение. Он отражает то, как надо себя чувствовать внутри, перед этим миром. Надо делать все, что хочешь, мать вашу. И жить так, как хочешь. И не слушать никого. Слышал... Я уже слышал, да, трек. Я же уже написал твит, можете прочитать. Трек неплохой, но там есть парочку нюансов, которые мне не очень понравились. А так... Неплохо. Мне интересно, больше платил ли он Ghostmane или нет. Вот что интересно. Когда новый клип... Клип... У меня просто сегодня там пару сделочек. Я закрываю свои сделочки. И занимаюсь творчеством. У меня просто сейчас такой период в жизни. Надо чуть-чуть заняться своими вещами. Оксимирон с Томасом Мразью. Интересный фит такой. Иностранными артистами. Ребята, я за эти 3 месяца выпустил вам Soulja Maca трек, с Lil Nar'ом трек. Сейчас на альбоме я готовлю с Крисом Трэвисом. Вам что, мало, типа... фитов с зарубежными исполнителями? По-моему, я не видел еще рэперов, которые так фитуют с иностранными исполнителями каждый месяц. Как-то так. И они фитуют со мной не потому, что я им денег заплатил, а потому, что им вкатывает моя музыка. Пам-пам-пам-пам... Вот, и типа, я еще устал от ваших мнений, типа, то лучше. У меня каждый трек, на самом деле, разный, и если прислушаться и подумать вот этим вот местом, то из каждого трека можно уловить какие-то свои вещи. Но вы же не напрягаете свое серое вещество, вы просто слушаете. И часто вы слушаете задницей своей, а не ушами. Так что... Да, я знаю, что он... Мне, если честно, без разницы, что он говорил. Я сидел в кафе, он написал мне,
что летит в Барсу. Я ему написал, типа, ну, будешь на местности, пиши, типа. Мне абсолютно наплевать, что он говорил, потому что, ну, это бред. Он сам себе врал, наверное, я не знаю, что он там говорил. Пиздец. Очень нормальный пацан, адекватный такой, я с ним пообщался, вроде нормальный. Он не курит, он выпивает, любит выпить. Я не люблю выпивать. Да и я не особо курю много. В 20 лет я набил первую татуировку, или в 21, вот эту вот. Это моя первая татуировка. Вот так она выглядит. Там, слушайте, нет, он не катается на скейте. Ребята, а вам нравится, да, обсуждать вот это, кто кого ёбнет, кто кого отожмёт, там, чё, кто там, вот, кто кого там, да, вам нравится вся эта залупа никчёмная, потому что, когда действительно мы встретимся, ну, мне там есть будет о чём спросить у людей, там, и поговорить с ними, вот. Но никто драться не собирается ни с кем. И, то есть, если начнется какой-то кипиш, то все закончится печально. Либо для меня, либо для них. Так что давайте не будем это обсуждать. Негатив давайте не будем обсуждать. С Артемом Тарасовым общаешься. У Артема бой 30-го. Я с Артемом держу связь. Артём мой кореш. И мне ещё очень нравится, как вы пишете, то, что я прячусь за его спину. Артёма нету рядом со мной. Он не живёт в Барселоне, пацаны. Артём живёт в Петербурге. Как-то так. И я ни разу в жизни не пользовался услугами Артёма Тарасова, чтобы дать кому-то пизды, что-то забрать или кому-то что-то объяснить. Мне этого не нужно. Потому что, чувак, если только это ваше сознание, чтобы идти в армию, чтобы идти в армию, не иди только в психушку, послушай меня, если ты пойдешь. Кам-пам-пам. И ты откосишь армию как псих, тебе дадут белый билет. Тебе нельзя будет водить машину. Артём Тарасов. Артём Фир. Там еще есть трэп малой, его тоже Артем зовут. Он там объясняет кому-то, что в армию не надо идти. Да все отлично. В баскетбол последнее время не часто играю. Точнее, вообще не играю почти. Хотя хотелось бы, на самом деле. И катаюсь на скейте часто. Олег, как добиться успеха? Заниматься своим любимым делом, быть собой. Слышь, ты чё там крикун, блядь, пиздец? Едь в Украину. Блядь, ты чё, адвокат, что ли? Я не пойму, блядь, пиздец, нахуй. Артём адвокат, блядь. Что у тебя на плечах написано? Умножаю, унижаю. Знаешь, так, такие глаголы. Ч-
точнее, не глагол, а это же как-то по-другому называлось, не помню. Типа в продлительное время. Не помню. Когда новый третий альбом? Третий альбом, я еще раз повторюсь, летом, я не знаю числа. Никаких чисел я не скажу вам больше. Вы же знаете. Как погода, пацаны? Ну, погода шикарная. Просто шик погода. Давай в Украину с туром. Тебе дреды не надоели? Слушай, да нет. Мне не надоели дреды. Нравится шишками заниматься? Слушай, да. Да, чё ими заниматься? Взял, упаковал, блядь, кинул, в сумку довез, бабки получил. Особого ума не надо, чтобы ими заниматься. Что по поводу 20? А что 21? Причем тут 21? Байтер! Байтер! Как ты относишься к фанатам, которые хотят с тобой сделать фото? Нормально? Хотят сделать фото, пусть делают фото. Это же они хотят, а не я. Правильно? Я не играю что-то последнее время вообще не на компьютере. Так, в Nintendo Switch иногда в Зельду захожу. Как теперь к Глебу относишься? Как относился, так и отношусь. Ничего не поменялось. В Бога верю, в своего, да? Как ты относишься к футболу? К футболу отношусь не очень. Ну, типа... Мне вообще поебать на футбол. Ну, футбол и футбол. Очень редко, когда красивую игру можно наблюдать. Мне еще даже 29 нет, вот в мае будет 29. Ну, лучше пацаны с вами. От какой музыки ты вдохновляешься? От абсолютно разной. От джаза, рока, хард-метала, альтернативы, фанка, классики. Куча разной музыки интересной. Старый. Да, я уже старик. Надя, как у тебя дела? Как в Валенсии погода? Вон Надя, например, играет в футбол за Валенсию. Она профессиональная футболистка. Я с ней общаюсь, она очень позитивный человек. Но я не скажу, что я фанат футбола дикий. Если я сам в баскетбол играю, то я не могу быть фанатом футбола. И красиво вы, ребята, играют, когда очень серьезные игры, типа чемпионаты мира, либо Европы, там, либо еще чего-то, тогда они стараются. Все супер. Ну, Надюх, я рад, что все круто. Хорошего тебе дня. Кизару, когда у тебя день рождения? 21 мая. Данк
Смотри, у меня один раз, видишь, сейчас я покажу, чтобы было видно. А, вот этот, видишь, шрам. Вот это я один раз делал данк и повис на кольце. Потому что на кольце штыри были, врубаешься? Просто это было дичка. Не смешно, Надя. Было больно. И просто кровь во все стороны лилась. Теперь, прежде чем данк заложить в кольцо, я смотрю на кольцо, не торчат ли там штыри. Чтобы не насадиться еще раз туда. Артем, да, он адвокат, пиздец, чем кому-то записался в адвокаты, блядь. Ты курил сегодня план? Нет, не курил и не собираюсь пока. У меня сегодня важное дело. Мы сегодня переезжаем. Я ему скинул сайт вот этот, и он там нашел, типа за 50 евро, но там одна комната. Жиза, урок жизненный. Жизненный урок тебе. Смотри внимательно на своих друзей, которые тебя окружают. Вот тебе жизненный урок. Как ты откуда? Я с города Ленинград, знаешь такой? Ой, бля, соли, пацаны, давайте, звоните попозже, как будет. Любимый сорт травы. Любимый сорт травы, да я не знаю. Мне дохуя всего нравится. Джелат, Скитлс, там, Папайя Панч, Строубери Гуава, всякие Дримвитеры, Далаты и так далее. Куча-куча всего. Как, где скейт брать? Скейт брать в магазине. В магазине за капусточку. Да, конечно, пацаны, вопросы ваши почитаешь. Вот вы так много можете, на самом деле, информации интересной у меня узнавать, но вы даже не делаете этого. То есть вы ничему не хотите учиться, на самом деле. Так поверхностные какие-то вопросы, как всегда. Как со мной встретиться в Барселоне? На улице меня можно встретить. Просто вот идешь, и хуяк Кизару идет, прикинь, по улице. Как обычный тип. И вокруг меня не всегда много людей. Я не люблю большие компании. Какой у тебя рост? 1.80 с чем-то, я не знаю сколько. Хотел ли еще раз поиграть с Джайером в стритбол? Хороший вопрос. Я хотел, я хочу и поиграю. Концерт будет на Ибице летом. Этим летом на Ибице будет концерт. С презентацией нового альбома. Курама на руке оберегает. Курама дает мне сил. У него же бесконечная чакра, братан. На Ибице будет пушка. Помнишь свой первый трек? Да, я помню свой первый трек. Что там? Расскажи, откуда взяли все эти грязные бумаги, улицы, если слышать не хочешь, ответ my bride, что-то там. Я не помню весь текст, но
я не помню, в 20 я написал свой первый такой прям полноценный текст под минус. До этого были одни попытки. Чем ты вдохновляешься? Жизнью. Чем я вдохновляюсь? Я вдохновляюсь жизнью, людьми, спортом, музыкой. Что? Ничего, вот общаюсь с ребятами. Ребята. Погода, да, рэперская? Придуманные саги, я не верю. Тут парень знает мой первый текст. Я не верю. Вот да? Это реально фэн. Вот пацан, кто написал... Бля, он знает мой первый текст, я не верю вообще. Какой, как называется трек? Да, я даже не помню, как он называется. А он знает текст, я в ахуе. Прикольно. Ебать, тебя смотрят больше, чем у меня подписаны люди. Те, кто смотрит, значит, им нравится музло, молодцы. Ебать, у тебя лайки просто там, блядь. Вы только разбирайтесь больше. Типа, что к чему. Английский учить. Учите английский. Вот всем совет, кто меня смотрит, ребята, учите английский. У тебя мой... Мужчишницу, братан. Я жду суп. Суп? Да, я буду суп. А ты будешь яичницу, Олег? Когда новый... Вернись к клауд-рэпу. Я не хочу делать клауд-рэп, он мне не нравится, он очень легкий. Прости, мальчик, который написал «Вернись к клауд-рэпу». Брази, я бы с удовольствием, но он очень легкий, я не могу такое больше делать. Мне слишком, ну, типа, это легко. Клауд-рэп, на самом деле, один из самых легких направлений в хип-хопе. Знаешь, что у тебя единственное направление, которое нравится мне? Парень хочет с нами, иди нахуй, это вряд ли ее. Я не буду больше отвечать на вопросы, как тебе творчество того или того или того. Я не слушаю никого из русских почти вообще. Ну, Благого могу там пару треков послушать, там Соншка, Обика, Смоки Мо. Да больше я никого и не слушаю особо. И то я не слушаю их постоянно, я слушаю только когда у меня ностальгия по русскому языку. А так я слушаю только иностранцев. Обика я подтягиваю на нормальную движуху. Интересная будет. Зачитай на моем аккаунте. Нет. Марта 18. Март. Я не знаю, кто это. Будет ли фит с пошлой Молли? Вряд ли. Не знаю, точнее. Можно, конечно, посидеть с ним. Подумать над тем, что можно придумать и создать, но я не знаю, он просто рок делает. Хотя я готов на самом деле сделать рок. Это интересно. Я бы сделал рок, реально. Почему нет? Закрыл двери балкона, включил ноутбук, на заставке виднеется Санкт-Петербург. Да, это мои старые треки, я не могу их слушать вообще. Они меня... Там неплохие тексты, но мой голос там оставляет желать лучшего. Я прям вообще не переношу свой голос в детстве. Меня он очень напрягал сильно.
что на плече это трихомы. Типа, Святая Мария, знаете, такая тема. Saint Mary. Санта Мария. Водный пропал из твоей жизни очень давно. Я не курю ни водники, ни бонги, и никому не советую это курить. Это бред. Это разрушает дисциплину. Портит ваши легкие и ваше здоровье. Когда Вэрил Хиллз 5? Готовлюсь, готовлюсь. Когда в лучшей форме буду, тогда обязательно сделаю Вэрил Хиллз 5. Да ты можешь в любой день сделать. Ну да, на самом деле, да. Ты просто не хочешь. Да. Да, спрашивали меня про Айси Нарко, я даже не слушал ни одного трека, я увидел его, мне очень не понравился его вид, я не могу воспринимать таких типов. Слишком перебор какой-то, перебор в его стиле. Смоук пёр. Чё смог пёр? Про что можешь сказать про третий альбом? Третий альбом не похож ни на первый, ни на второй. Не знаю, я ни на что не похож. Я могу сказать, что так еще не делали русский рэп в России. И это очень меня радует. Третий альбом про футбол, конечно. Конечно. Надя, ты сама знаешь, что не всегда смотришь игру в футбол, и не всегда интересно смотреть. Иногда просто тягомотина лютая, блядь. Но и бывают моменты дикие, я соглашусь. Очень красиво. Ну, мне нечего сказать. Но просто вот эти вот минуты игры до этих моментов я не могу смотреть. Меня прям кроет. Открывает. Ты что, не хочешь выйти на улицу? Зачем? А? В парк Максим, что ли? Можно. Я суп съем, и можно. Я не слышал третий альбом Фараона. Супец, пацаны. Что у тебя за телефон? У меня iPhone X. Какой? Nokia 3310. Так жарко на улице, пиздец. Какое у тебя хобби? Хобби кататься на скейтборде. О, вот этот вот парень. Просто посмотрите на него. Я зэк! Я зэк! Ты че без фарса, бля, убить? Бля, ебать. Как это ты, блядь, форму держишь? Ты же нихуя не делаешь. Олег, ты же банки куришь только. Как ты... Банки растут. Олег, как ты держишь такую форму, когда ты только куришь банки, блядь, по 25 банок в день? В корпу надо ходить. Канистрочки носить перед. В натуре ты ж канистры носишь.
Вот пацан вам советует, вот, блядь, входить в горку. И тогда будете курить по 25 водников в день, нахуй. Все охуительно будет. Как-то так. Это была шутка, если что. Не воспринимайте всерьез это. Сейчас кто-то пойдет в банки делать и в горку ходить. Да. Покажи став. Сколько грамм ты куришь в день? Сколько грамм ты куришь в день? А тебе нравится Лена Хрис? Какой сорт твой любимый? Я ору. Какой твой любимый сорт? Бля, ты столько-то хуяшек. Блядь, прикинь, как ты можешь сказать. Ладно, ребята, я вам желаю хорошего дня. Я пойду делать дела. Советую вам тоже заняться делами.